Сегодня трибуна еще заполнена не до конца. Это и неудивительно. Идет рабочая неделя, рабочий день в 2 часа. Многие только сейчас, я думаю, ругаются со своими начальниками. Предоставляют все определение условного фаворита матча. Конечно, наши любимцы, команда «Родина» борется за медали. Вот великолепная! А передача, это выход один на один, но я умоляю, забивай, удар, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рядом с миллиметрами просто проходит великолепно разыгранная комбинация. Голосом проси! Ну что ж, даже без своих лидеров команда пока полностью контролирует ситуацию. Вот опасный момент, выход один на один, ну надо забивать. Удар, вратарь на высоте, но в стиле Акинфеева сыграл вратарь команды. Но учился, вероятно, плохо, поэтому сейчас Владимир ездит по конференциям УЕФА и не вылезает из-за границы. Изредка опасный момент. Ну аж о чем я говорил, ну надо забивать. Командировкам. А я только езжу на метро, вот да, как пел известный наш классик. От Сокольников до парка на метро. Вот, но я готов это делать, потому что мы любим нашу команду «Родина», которая вновь атакует. Вот забегание 17-го, удар поворотом. Вот видите, постепенно. Блокнот. Владимир Янютин, я думаю, будет выписан штраф. Я думаю, выпишен штраф команде «Зенит». «Зенит» Санкт-Петербург, потому что это гостевой сектор. Опасный момент, надо забивать! Вновь вратарь играет в стиле Игоря Акинфеева, да. И надо в перерыве проверить. Не Игорь ли Акинфеев играет в воротах «Зенита», тем более Валерий Глушаков мог договориться с ЦСКА, ведь его дядя играл с ЦСКА сегодня. Вот опасный момент, надо забивать, если мы хотим брать 3 очка. Мне что-то подсказывает, чутье какое-то, будет назначен пенальти на стадионе. В Ростове проходит матч. Опасный момент, рядом со штангой проходит мяч. Опыта мы можем забить. И вот сейчас это время настает. Передача опас. Ай-я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 й. И теперь у меня остается всего лишь пару минут. Я думаю, одну минуту может добавить, если он опять ничего не забудет, Антон Фролов. Потому что остановки были травмы игроков. Вот сейчас идет в атаку команда «Зенит». Вперед. Поднимайся, ворот. Бураев. Иди туда, Тима. Ефимов, один из лучших игроков предыдущего матча. Но вот Стенка, опасный момент, угловой. Надо забивать. Гол в раздевалку. Опасный момент, удар. Ну, гол. Что я вам говорил? Что? Я ничего не понимаю. Когда подавляющее преимущество 4. Вернейшие 120% возможности были забить мяч. И потом, как я вам сказал уже, это нас убаюкало и лишило возможности выйти вперед. Куксов! Вот сейчас, кажется,
Девятый номер команды. Опасный момент. Ну, ну. Великолепно прошел. На поле вышел Александр Альпа. Фантастика, фантастика. Как будто уже заколдовали ворота, но сердце подсказывает мне, что сейчас. Третий номер. Иван Мамаханов пошел вперед. Вот на него передача, опасный момент. Вниз, вниз надо. Удар. Вновь. Акинфеев на высоте. Уже так я его называю, это Виталий Харченко. Прессинга и трехкратной возможности забить мяч. Вновь мы немножко успокаиваемся. А этого ни в коем случае нельзя делать. Надо забивать. Уверяю вас, после второго гола игра прекратится со стороны соперника. Но надо забить, надо забить. Альпов вне игры? Нет. Опасный момент. Ну, надо выверенный пас сделать. Ну, в дальний угол опоздал уже бить Морозов. Что будет делать? Подача. Опасный момент. Удар. Голь! Голь, 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 голь! Ну что ж, как мы с вами и говорили, докричался все-таки до своей Влад Хатаженков. Я думаю, Сергей Александрович поставил нужную задачу в перерыве матча. Тренерский штаб передал ее игрокам. И наши любимцы заиграли так, как они умеют. Вновь опасный момент. Опасный момент. Выход один на один. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй! Какой момент! Какой момент хватается за голову Хатаженков! И я думаю, поджали, на будущий год. Да и в этом мы еще поборемся, покажем, так сказать, свои зубы, свое мастерство, так как мы умеем играть. Вот, вот посмотрите, как играет Родина. Посмотрите, какой проникающий пас Александра Альпова и, по-моему, Гусейн Гусейнов. Вот такой футбол нам нужен. Так держать. Это чемпионская игра. Альпов. Опасный момент. Удар. Гол! Вот, вот о чем я вам говорил. Вот о чем я вам говорил. Это не просто так. Два мяча. Потрясающие, великолепные, с передачами, с открываниями, с ударами. Александр Альпов выйдет в премьер-лигу, так скажем. А сейчас наши гости идут вперед. Опасный момент наших ворот. Надо блокировать удар. Ни в коем случае. Великолепно. Браво! Браво! Не трогать, не фолить ни в коем случае. Браво! Потрясающе сейчас. Просто я аплодирую. Я аплодирую нашему вратарю. По традиции нашего замечательного комментатора Владимира Маслаченко, моего учителя, также, так сказать, потрясающе сыграл Никита Смирнов. Да, и я думаю, он также сыграл в стиле Игоря Акинфеева. Вновь, вы знаете, Перехватили инициативу, удар, вновь фантастика, браво. Но где же защитники? Где же, не зря так беспокоится Влад Хатаженков. Взять под контроль мяч, держит мяч у себя пока на половине поля. Станислав Ефимов отдает мяч. Вновь Ефимов. Другая. Альпов. Передача. Вы посмотрите, я уже насчитал 12 передач.
потрясающе. Если сейчас мяч забьют, наш мяч, я съем микрофон. Удар. Голь! Голь, 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 голь! Фантастика! Фантастика! Ну что ж, ну что ж, друзья, ну, да, не дает мне этого сделать Сергей Литвинов. Во-первых, микрофон находится на счету футбольного клуба, а потом как же я буду, друзья, объявлять. Но я думаю, мы сумеем это сделать где-нибудь, да, после окончания сезона. Но потрясающе. Минус сейчас вот именно как раз 77-го номера, так сказать. Долго пришлось искать. 77-го, ну, открою такой секрет, что... Говорят, где-то в Жулебино, говорят, где-то вы ездили. В Жулебино. В Жулебинском лесу. Лесу, да? Как бы, да, мы стараемся помогать людям. То есть, увидели его... Вот опасный момент, великолепный выход, один на один, удар и гол рядом со штангой проходит. Ну полностью перехватили инициативу. Он там занимается. Да, вы видите, в общем-то, кого, Александра ли Альпова пришел просматривать, Станислав Саламович. Вот. Вы раскрыли все секреты. Да? Ну, я думаю, и вратарь, все-таки у нас, видите, нет вратарей. Джанаев немножко не выручал в последних матчах. Вот опасный момент, удар! Голь, 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 голь! Да, ну что ж, как услышали, что на матче присутствует Станислав Саламович Черчесов, сразу заиграла команда. По-моему, это Морозов. Ну что ж, вы видите, не зря приезжает Станислав Саламович на игры «Родина Москва». Здесь есть на кого посмотреть. Еще один великолепный, потрясающий удар с левой ноги. Станислав Ефимов, забивший сегодня уже один потрясающий мяч. Не удалось уйти. Вновь перехватывает Морозов. Станислав Ефимов вновь ведет своих вперед. Вы знаете, немножко на Жано Ананидзе похож Ефимов, с такой же дриблинг, такое же сложение. Мороз, отскочите! Вновь опасный момент. 70 Альпов потрясающе отдает. Немножко затянул. Ефимов перехвалил я Станислава. Пробил щечкой, я думаю, мяч бы был в сетке. А так, ну, всего сейчас просто показали весь набор своих качеств, то, над чем работает тренерский штаб нашего прославленного клуба. Морозов. Нет, это похож. Гуртовой. Это Гуртовой подсказывает мне. Они немножко похожи, как два близнеца. Ну, отдай пас, не жадничай. Опасный момент. Ну, фантастика! Фантастика! Это наша команда. Это как разыграли, как по нотам. Это наша команда. Ну что ж, микрофон еще и не сел. Первый пункт, так сказать. Да, конечно. Смотрите сразу, через 10 секунд вновь опять. Вновь Альфов без усталости идет. Сколько уже сделал Александр Владимирович. И мяч, в общем-то, переломили ход матча. Переломили, и замены великолепные были сделаны. И вот 7-й номер в шапке играет. А это неправильно. В родину он никогда не попадет. Да, нет. Это нужно соблюдать определенные каноны. Удар! И видите, запасной вратарь, так сказать. Посмотрите, у нас на высоте. Ларченкова говорила мне о нем. Дело в том, воспитанник Локомотива. Воспитанник школы Локомотива, но воспитывает... Вы знаете, Локомотив воспитывает... Для Родины. Вновь, извините, пожалуйста, я хочу показаться скромным, как учила меня Елена Ларченкова. Говорит, если вы говорите, как есть. Поэтому опять я оказался прав. И вот шестой гол назревает ворота команды «Зенита». Ай, штанга спасает ворота
игроков в оранжевых футболках. Подача, удар, гол! Ну, вновь я оказался прав. Шестой мяч. Ну что, что вы еще против меня можете сделать? Как я говорю, так и будет. Родина! 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 Мы любим тебя! Наш любимый клуб. 6-0. Молодцы! Молодцы, Родина Москва! Мы любим вас, нашу любимую команду Родина Москва! Так держать! И мы поздравляем резервного арбитра Дмитрия Михалева, как и обещали.